Коллекторов с Нового года ограничат в правах. Это связано с новым законом, который подписал президент. Документ наделяет судебных приставов полномочиями по надзору за теми, кто взыскивает долги. Федеральная профильная служба должна создать так называемый реестр коллекторов, то есть полный список организаций. В нем необходимо зарегистрироваться. Кто не успеет, не сможет продолжить свою деятельность с 1 января. Кроме того, по новому закону коллекторы не могут применять силу, повреждать имущество должника или оказывать на него психологическое давление. Звонить можно будет лишь днем и не чаще 2 раз в неделю.